Чем же на этот раз удивит нас Урмат Токомбаев? Да, боже мой, боже. Это человек, который заставил меня вот плакать. У него просто было столько души, столько боли, столько всего. В полуфинал я приготовил именно репертуар Энеке Май про маму. Надеюсь, достойно получится. Я пришел сюда не ради победы, чтобы спеть для мамы, понимаете? Я попытаюсь на 200% открыться, исполнить это достойно, прям душевно, чтобы жюри не было прям уже возможности, чтобы уже все без исключения же, понимаете? Урмат, ты в финале. Официальный партнер шоу Central SGS Got Talent – платежная система Visa. Везде, где вы стремитесь быть. На сцене Урмат Токомбаев. Жашқа шықса дағы балақайым енекем май тазаққан судай таңатқан нұрдай ертел кеш кере Уважаемые судьи. В тот раз ты нас удивил с красивой песней, красивый романс спел, романс Абая. И сегодня вот про маму ты спел, очень красивую песню. Эта песня очень популярна в Кыргызстане, трогательная песня. И ты жил в этой песне. Спасибо тебе, номер красивый получил. Спасибо. Урмат, тебе спасибо, Чумур Ахмат. Удачи, увидимся чуть позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.